Это история о молодой женщине, которая отправляется на тренинг, который называется «Прорыв». Это всемирно известный тренинг. И она отправляется туда же с целью узнать, кто виновен в смерти ее любимого. Наша картина находится на стыке жанров драмы, триллера и детектива. Возрастная аудитория — это 18-45. Я когда-то работала главным редактором редакции, и я знаю, что такое руководить, что такое искать деньги, чтобы всем хватило, чтобы все работали спокойно, но при этом иметь успешный журнал. То есть опыт есть. Во-вторых, у меня есть, конечно же, режиссерские амбиции, да, я не скрываю. Это другой вопрос. И, возможно, если все обстоятельства сложатся, и я найду время и силы создать эту историю. Не находишь время, если так. Уже посвящаешь себя, уже режиссер — это камикадзе. И если там с нашей командой мы решим, что да, я буду этим режиссером, то я уверена, что справлюсь.